Новый 2019 год все увереннее вступает в свои права. Позади остались продолжительные новогодние праздники, которые жители Славянского, Красноармейского и Темрюкского района провели весело и комфортно. И в этом есть немалая заслуга наших энергетиков. К новогоднему праздничному марафону специалисты славянских электросетей готовились заранее. Было проверено техническое состояние оборудования, проведены специальные занятия с сотрудниками, чтобы любая нештатная ситуация не стала неприятным сюрпризом. И сейчас, подводя итоги работы за праздничный период, славянские энергетики могут уверенно сказать, они смогли обеспечить надежное электроснабжение в зоне своей ответственности. Наши бригады находились на дежурстве в составе 90 человек, 64 единицы техники, из них 41 это спецтехника, такие как автогидроподъемники, крановые, бурильно-крановые машины. Ради света и тепла в домах кубанцев было сделано все необходимое. Круглосуточно дежурили диспетчеры, мобильные бригады. И когда по причине гололеда произошли дорожно-транспортные происшествия и в результате пострадали опоры линии электропередач, энергетики смогли оперативно устранить повреждения. Мы отработали в праздничные выходные дни слаженно. Происшествий не произошло у нас. И сейчас сотрудники славянских электросетей продолжают работать напряженно и ответственно. Впереди еще полтора месяца зимы. Расслабляться рано. Работа будет проходить в усиленном режиме, чтобы обеспечить бесперебойность подачи электроэнергии. Андрей Вишневский, Игорь Ванчуков, программа «События».